Всем привет, ребята, и вы попали на мой канал. В этом видео будет снова же игра, ну, там, типа девчачьи игры, скажем так. Посмотрим, что из этого выйдет. Честно сказать, в прошлый раз, в принципе, всем понравилось. Не знаю, как будет в этот раз. Что хочу сказать. В принципе, мне эта рубрика нравится, но она не особо так заходит. Меня это никогда не останавливает, поэтому пробовать надо разное. Я также видела ваши комментарии с просьбой попробовать снять реакцию на игру «Клуб романтики». Я посмотрела это приложение и думаю, что в скором времени можно будет снять такое видео. Ну что, а сейчас я думаю, что мы приступим к игре снова же на разных сайтах. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы начинаем. Итак, напишем с вами игры, как тогда. Ну, давайте готовка. Пусть будет готовка. Готовим еду онлайн. Ну, давайте. Игры для девочек. Игры для мальчиков. Разные игры. Игры персонажами. Так, ну я хочу поиграть. Хотела бы что-нибудь приготовить. Что-то я не вижу. Игры на двоих. Интересно. Ну давайте парикмахер. Подождите, а что, там была готовка в итоге или я тупанула? Ее не было. Что-то я не могу понять. Ай-яй. Подождите, я не понимаю, что такое. А вот они, вон она была. Была. Вот, готовим еду. Я гений. Я не увидела, просто не поняла, что это. Так, давайте тогда приготовим. Вот, давайте вот это приготовим, почему нет? И что, это будет на таком маленьком экранчике? Серьезно? Вы серьезно? Мне не нравится. Ну что это за пипирка? Я нифига не вижу. И мало того, что грузится полгода, так еще и фиг пойми. Ладно, давайте посмотрим что-нибудь другое. Игры с готовкой. Это что у нас? А, не грузится еще, да? Это грузится до сих пор. Ну-ка. А вот, с готовкой. Ну-ка. Вот пончики есть. Сейчас повыше сяду. Тут мне кажется, что я снова буду, как в прошлом видео. Фиг меня видно. Смотрите, как хотите, скажем так. Так, играем. Ну, тут хотя бы экран побольше вроде. О, давайте. Ой, господи, куда мы ушли? Ага. Понятно. Сюда вернемся, короче. Почему она так долго грузится? А, вон, 66. Все, вижу проценты. Ладно. Грузится, и на этом спасибо. Боже. Ну. Ребят, на самом деле, я не понимаю, почему так долго грузится, но все же хотя бы что-то. Честно, меня это радует, что игры для изготовки пока, на первый взгляд, в принципе, адекватные. Конечно, они грузятся по полгода, но, в принципе, так-то адекватные. И тут, да, сейчас будет грузиться непонятно сколько. Запускаю сразу несколько игр, чтобы какая быстрее загрузится. А та, наверное, загрузилась, да? О, загрузилась. Старт. Что я хочу приготовить? Вот это. Давайте. Ну. Приготовили. А тут что? О, господи. Play. Играем. Ой, куда нажала? Почему на английском? Ну ладно. Play. Ага, поняла. Это типа как игры на телефонах. Ну, хотя бы нормальный пончик. Потом что им надо? Пончик полить еще надо будет. Пончик. Достали пончик. Что там? Что не так-то?
Пусть будет еще один пончик. Отдать. О, отдали. Пончик. Пончик, отдай мне пончик. Ну, возьмите. Бери уже, бери. Кому отдали? Ей отдали? Слава богу. Они какие-то нервные, я так даже не успеваю. Что-то... Они уходят, а мне... Я не успеваю сообразить, чего они хотят от меня, если честно. Прям надо очень быстро играть. Ну, игра, кстати, прикольная, как по мне. Интересная. Я ставлю этой игре хороший балл от себя. Мне нравится, потому что... Она более-менее такая нормальная. Долго я бы, конечно, в нее... А, все, мы проиграли. Долго я бы в нее играть, конечно, не смогла бы, но все же. Так, это что у нас? И что? Ага, она загружается, понятно. Ребят, на самом деле, предыдущая игра мне понравилась. Я считаю, это намного лучше, чем в прошлый раз. Я, блин, резала руку и пыталась выпрямить руку. Короче, костяшка была сломана, надо было эту кость выпрямить. Что за бред? Реально. А вот это я понимаю, вот это интересно на самом-то деле. Как по мне, это прикольно. Поиграть можно. Ну, давайте. Что тут? Ой, господи, куда ушла? Посмотрим, что в этот раз получится. Угу. Тобу-бургер. Ну, давайте. На самом деле, раньше я играла в подобные игры, всякие там кухонные лихорадки и подобные. Очень интересно было играть, мне нравилось. Так, правда, я не вижу, что тут открыто. Ой, блин. А как мне ей приготовить, если у меня половина закрыта? А как мне ей приготовить-то? Так, а тут половина закрыта. Как я приготовить-то должна? А, ну вот булку, эту я вижу. А, ага, вот, наверное, булка. А где она? Я не вижу. Вот это мне не нравится, она недоработана. Я вообще не вижу, что мне надо сделать. Где булка-то? Вот это не... Она, скорее всего, ниже. А как ее открыть-то полностью? Не, мне не нравится. Этой игре я ставлю 0. Она мне не нравится. Так, а тут уже интересно. Яйца. Сахар. Молоко. Не знаю, английский. Масло. Куртка Настя, не знаю, английский. Так. Ванильное что-то там. Шоколад. А, это, наверное, глазурь какая-нибудь, да? Кто знает английский, пишите. Я, конечно, гений. Я не знаю английский. Хотя всегда хотела его выучить. Наверное, стоило бы уже этим заняться. Потому что при желании можно все. Ну, поехали. Давайте готовить. Сначала яйца. Что не так? Разбиваем. Второе яйцо. Интересная игра. Снова же. Вот где вот более нормально? Мне кажется, это интересно. Я, кстати, говорила, как уже я в подобное играла. Потом удаляла тоже. Ну, потому что наигралась. Но мне было всегда очень интересно, что мне надо сделать. А, вот стрелочка. Давайте. Так. Прикольно. Как по мне, реально здорово придумали. Наверное, эта игра будет последняя, потому что долго снимать тоже не совсем верно. Я сделала вывод, что игры для девочек, где врачи, оно более неадекватное по сравнению с готовкой, потому что готовка, она нормальная. Вот честно, она нормальная. Так. И мне понравилась именно вот готовка. Я думаю, что в следующий раз все-таки стоит попробовать клуб романтики. Подскажите, пожалуйста, клуб романтики только на телефоне или есть где-то еще взломанные версии на ноутбук? Было бы очень-очень интересно поиграть, потому что писали многие отзывы, что типа не хватает... Что такое? Типа не хватает алмазиков, но я не играла еще. Вроде как алмазиков, если я не ошибаюсь. Поэтому хотела бы уточнить у вас, потому что алмазики я сама покупать не хочу, если быть честной. Даже ради игры, хотя, не знаю, но пока нет. Поэтому хотелось бы, конечно, если вы знаете какие-то источники, где есть игры взломанные, возможные, которые не нужно скачивать, можно онлайн поиграть, то говорите, мы с вами можем вместе поиграть, посмотреть, что из этого выйдет. Так, меня перекинули на спамовую страницу. Здорово. Так,
вообще дальше? Я не понимаю до сих пор, что мы пока готовим. Вроде готовили мороженое изначально. Или что мы там уже готовили? Я уже запуталась. Что-то вообще на мороженое не... А нет, яйца. Какие мороженые-то? И мука. Господи, о чем я говорю? Какие-то классные эти. Ага. Это этот рожок. Прикольно. Прикольно, прикольно. Мне даже нравится. Реально, вот эти игры, они мне больше интересны, чем вот предыдущие, которые играли. Правда, которые недоработаны, они не такие классные. Что надо сделать? Ну, началось. Что дальше? Так вот, ребят, короче, на этом остановились. Я говорю, я не понимаю, что от меня хотят, потому что я что-то не понимаю. Ну, ладно. Короче, ребята, что хочу сказать. Мне понравилось, все круто, все здорово. У меня отключилась камера немножечко, но совсем незначительно. Всем спасибо большое за просмотр, это было круто. И мне кажется, что игры именно с готовкой намного интереснее, чем предыдущие. Хотя кому как. Пишите свое мнение, мне будет интересно почитать. Всех безумно люблю, целую, обнимаю, пока-пока. Кстати говоря, вот мне сейчас интересно, по поводу клуба романтики, вы все-таки... Мне было слышно или нет? Я писала то, что... Ой, писала. Я сказала, что если у кого-то есть взломанные версии какие-то, либо же, может быть, сайты, то буду рада, если подскажете, где можно поиграть без всяких там алмазиков и подобного. Ну что, ребят, всех целую, обнимаю. Ну что, ребят, вот и подошло видео к концу. Спасибо большое за уделенное время. Мне очень приятно, что вы посмотрели это видео до конца. Вы самые лучшие. Всем просто безумно рада. Буду рада, если вы подпишетесь на мой канал и поставите пальчик вверх. Всех безумно люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.